нравится кому-то или не нравится, а то, что если Россия возродится, это будет шанс, что весь мир останется существовать и жить. Если это не произойдет, то навряд ли это, потому что это опять-таки не потому, что, понимаете, я не являюсь националистом, но я люблю свою родину. Любить свою родину я не считаю преступлением. У нас пытается сделать что-то. Если любишь свою родину, то ты преступник. А я так не считаю. Вот с такими, кто это считает, что я преступник, потому что я люблю свою родину, я буду бороться. Поэтому наша задача с вами действительно, чтобы наша родина действительно, не потому что я хочу это, или кто-то другой хочет, действительно, у нас народ один из самых талантливых народов, который был. Это не я придумал, опять-таки. Даже наши враги признают, что более 80% открытий мировых сделано славянами. Ну, куда уже говорить, англичане признают. Они никогда нашими друзьями не были, вы знаете это, да? Они это признают. Что нас превратит? Что мы тупые, безмозы, что самостоятельно ничего не можем. Для чего извращают историю? Для того, чтобы сказать, что вот мы были дикими дикарями, которые сидели на деревьях, и вот только в X веке нас, так сказать, посадили на землю, до этого мы были дикарями, да? И наша с вами задача восстановить правду о прошлом и сказать, что прошлое это не значит, что мы восстановили прошлое, что мы успокоились. Мы должны не только восстановить правду о прошлом, мы должны сделать выводы из тех ошибок, которые наши предки допустили, из-за чего мы оказались в таком положении, в котором мы сейчас оказались с вами. И этих ошибок не повторять. Мы не должны наступать на те же грабли не то, что 10 раз, дважды. А я думаю, что наши предки наступили не один раз, потому что то, что произошло, есть из-за того, что они недооценивали своих врагов или проецировали, я бы сказал, что даже не недооценивали, а проецировали свое собственное мировоззрение, свое собственное понимание на врагов, думая, что если я не буду убивать, то и враг это не будет делать, да? То есть, если человек не лжет, я не лгу, значит, и другой человек лгать не будет. Понимаете, вот эта ошибка, то, что наши предки проецируют свое собственное понимание на других. Это не значит, что мы должны априори быть недоверчивы к чему-то, но не значит, что мы должны слепо верить всему, что происходит со стороны. Поэтому вот наши предки сделали ошибки, мы должны их исправить. Просто мы, конечно, уже не вернем то, что уничтоженных миллионов, десятков, сотен миллионов, если брать по-большому. Но, по крайней мере, мы можем с вами предотвратить гибель других миллионов, и не только гибель самой цивилизации. Потому что та цивилизация паразитическая, которая сейчас существует на Земле, она ведет к уничтожению всего и вся на Земле, даже самой жизни. И это уже не теория, не предположение, это реальный факт. Уничтожается экология, уничтожается почва, уничтожается природа, все уничтожается. А можно действительно использовать действительно правильные знания, правильное понимание и накормить всех, не уничтожая миллиарды, как золотой миллиард оставить, слышали, да? А всех остальных уничтожить. Когда можно, ну, если представьте себе, если только начало урожая, допустим, пищевых грибов в 32 раза больше, чем при химии, понимаете, что значит? Это можно, чтобы кормить людей и при этом не угробить природу. Для этого можно быть маленькие площади использовать, для того, чтобы выращивать урожай, продукты и так далее, и так далее. Многое что можно. Только для этого нужно много изменить в нашей стране, потому что я вот эти технологии паразитам передавать не собираюсь. Потому что если передать паразитам, то они повернут все это против нас же. Хватит этого. Было уже. И нельзя допустить вновь.